Здравствуйте, друзья! Буду измерять радиацию в доме. Купил я вот такой прибор. Это бытовой дозиметр Master 1. Покупал его через доску бесплатных объявлений. И цена его где-то в районе $15. Это советский прибор. По-моему, еще 92 года выпуска. Один из зрителей написал, что из-за того, что я сделал бетонные полы в доме, у меня будет повышенный фон радиации, поэтому решил проверить радиацию во всем доме. Итак, давайте я сейчас распакую этот прибор и промеряю радиацию в своем доме. По заявлению продавца, прибор новый, в эксплуатации он еще не был. Так, вот сам прибор. И к нему идет инструкция. Измеряет он радиацию микрозивертов в час. Работает от таких батареек. Так, здесь он включается. И для того, чтобы произвести замер, нужно нажать на вот эту кнопочку. Итак, друзья, давайте измерим радиацию в кухне на полу. Так, вот здесь он включается. И для того, чтобы запустить, нужно нажать вот эту кнопочку. Так, все. Вот SC это запустился счетчик. И нужно подождать, пока перестанет мигать вот это SC. Полы у меня бетонные практически везде на первом этаже, кроме спальни. Там у меня пол просто из цементно-песчаного раствора. Нормальным уровень радиации считается 0,3 микрозиверта в час. Предельно максимальный, но еще безопасный, это 0,5 зиверта в час. Итак, вот 0,15. Это вполне допустимый уровень радиации. Так, вот большая комната. Давайте здесь. Здесь 0,13, тоже в норме. Вот спальня, здесь у меня пол цементно-песчаный, то есть без щебня. Давайте здесь померяем. Ну вот здесь значительно ниже. Здесь щебня нет в полу. Друзья, еще проверю радиацию на втором этаже. Здесь у меня деревянный пол, но так как у нас рядом Чернобыль, лес могут вести и оттуда. Поэтому проверю, что здесь покажет. Ну вот, 0,1 в пределах нормы. Друзья, померил я радиацию во всех комнатах, везде, где только можно. И максимальный уровень радиации у меня был 0,18 микрозиверта в час, что в пределах нормы. Не знаю, насколько точен этот прибор, но думаю, если бы был очень большой уровень радиации, он бы мне показал. А на этом все. Всем спасибо за внимание. До новых видео.